Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть в Far Cry 6. Ое, повстанец. Погнали по заданию по основному. Куда там? Такс. Где основное задание-то у нас? Алло, так, журнальчик. Вот. Ну. Отслеживается. Скажи, кого из твоей родни забрал на плёнку? То есть она недоступна так. Автозак это нужно угнать. А что за автозак-то? Как он выглядит? Автозак, не автозак. Непонятно. А может сюда отправимся? Ну-ка давай к сюда отправимся. Где вот тот выход? Бежала со всех ног, компай. Ничего. Зато ты сейчас не волнуйся. И опять мы вызовем точилу. Нужен транспорт. Мне ее надо, кстати, усовершенствовать, на нее броню поставить, она какая-то слабовата в плане брони. Вылази. Не трогай сиденье, так мне нравится больше. Грасиас. Что не трогать именно? Я не собираюсь ничего там трогать, я просто сяду. Это он подпевает, что ли, сидит? Подпевает Тит. Вот это прикольно сделали, что он подпевает. Так, я приехал. Значит, нам сюда залезть нужно будет разведать, я так понимаю, да? Сейчас залезем, посмотрим. Да, вот он залез. Там внизу ничего не было. А, вон она сидит. Лежит. Росик спуститься можно будет. Так чем тебе не угодил этот парень? Этот Камимьерда проверяет весь табак для Вивиро. Испоганим табак, испоганим заодно и лекарство. Поднасрем Наполеону Эль Пекенью как следует. Опозорим его перед дядей Антоном. Снайперы. Куча солдат. Что будем делать? Убивать, пока не найдем его. А потом? Продолжим гасить солдат. Супер. Так просто? Да вообще. Как раз два. План патрон, чтобы хватило. Дай я сначала помечу хоть кого-нибудь. Снайпер на посту. Наверху вроде нет снайперов. Там одни снайперы, я смотрю, да? Ну, хорошо. Чего? Где вход-то? Тут входить. Готовенько. Тут далеко. Тот готов. Вон наверху еще один. Что за черт? Че, я стреляю, ты еще не пойму. Проблемы, турист. Недалеко от Вердера есть бейсбольное поле. Рядом с ним всегда паркуют транспорт. Окей. Тут танк едет.
был. Снайпер там что-то бежал куда-то. Черт, черт. Да топ. Спокойно взять тут то, что есть, то, что осталось, забираем. Порох. Да, тут это есть. Вот топ. Первая пуля мимо была, но второй я добил его. Патроны. Что мне нужно сделать-то? Вон на камеру не попасться. Икс. Отключить, чтоб не сработало. Говорит генерал Хосе Кастильо. Захватить строй площадку. Так я тут всех уже пробиваю. Вы устраиваете беспорядки, и трусы, вы бежите в джунгли, прячетесь в укромных местах у своих сторонников. Мы найдем вас в джунглях. Мы найдем вас в укромных. Там танк есть, вот танк у меня. Уничтожить. Так же получается. Нужен танк, что ли? Косой. Или попал все-таки? Попал. Ну, там тут есть танки. Я всех поубивал. Так, там вертолет он здесь наверху. Можно сказать, посмотреть, что там вертолета. Танк меня не видит. Танк меня не видит. Так, а наверх-то может как-то не залезть-то? Не забывайте, что лжеяранцы нужно докладывать офицерам в ближайшем отделении протектора Белопатрия. Если вы заметите террориста из Ривердат, стреляйте. Все просто. Будьте сильны, бдительны и горды, как все истинные яранцы. Вот на вертолетик. Можно не полетать? Кстати, да, можно. Но меня сейчас собьют, я думаю. Я только сяду, меня собьют. Кого ну тут? Где тут? Блин, ты лазишь. Захватить стройплощадку. Тут я захватил ее. Танк один остался. Говорит генерал Хосе Кастильо. Я рад рассказать вам о лаборатории Вивиро в Брэмфиле. На этих чудесных предприятиях первые среди вас умнейшие ученые Ярды. Там работают лишь лучшие. Появилось множество работ. Можно как-нибудь гранату мне выбрать какую-нибудь?
сожалению, нельзя. Кто там пришел? На той площадке кто-то есть. Ты кто? Ты откуда тут взялся? Никого, ничего, никого залезть нельзя. Ну, как мне предлагать танк уничтожить-то? Видел меня, вот как? Что за прикол в игре? Че, мне заново танк убивать? Хотите сказать, да? Или всех, кого я убивал? Ну, снайпер я вон там вижу, по-моему, снайпер сидит, по-моему. Да, снайпера все сидят на месте. Что такое? Ё-моё. Танк опять стоит тут. И как мне предлагаете убить танк? Если я с одного выстрела не убиваю его. Вивиро, ее кровь, а Хосе Кастилья. Все, что есть. Нашу страну постоянно пытаются у нас отнять. Сначала это были конкистадоры, после них американцы и русские. Теперь это уже яранцы и террористы. Стрелять по сигналке бесполезно. Сохранять бдительность и не давать слабину. Нужно найти всех уже яранцев и террористов и призвать их к ответу. Наш инженер, вот необходимо ты. Защитить. Инженера я убил. Вот танки сидят на месте, наверное, да? Подмоги не будет, командир нас. Снайпер он сидит. Да, готов. Что, все? Погнали. О, они даже танк не сели. Круто. Да, было легко. Запись какая-то. Не понимаю, только от этих записок вообще. Совершенно торопная записка. Ну так, просто коллекционные предметы. Какие-то ученые тут. Отвали от меня! Монитор не кидается, что чувак. Что меня, мерда! Да уж. Выглядишь хреново, Эрмонито. Александр Монтер. Так мы охотились за твоим братом? А ты еще кто? Почему не сказала? Алехандро, пошли.
Пора домой. Бета паль карахо. Олег, суль. Нет! Да, хорошая семейка. Какого хрена? Я никуда не пойду. Я уже говорил тебе и скажу еще раз. Я верю в Кастильо. Я верю в Вивира и Хосе. Он проницательный. Наполеон Эль Пекеньо – эксплуататор и гребаный псих. А сама похитить меня хочет. Ты сменил имя. Надел другую форму, но ты по-прежнему Монтеро. А у папы все еще шило в жопе. И ты носишься по джунглям, как в детстве. Убиваешь людей и зовешь себя как там? Пика? Нет, меч. Умно. Что, хочешь меня зарезать? Папа болен. Мне плевать. Папа махнул на меня рукой, ты это знаешь. Семья – это сложно, да? Похоже на то. Разделимся. И ничего не говори отцу. Я еще не отыскал бы сейчас все. Дают обыскать. Ола! Где была? Каждый день гостет Антон Кастильо, и народ ярко трудится. Куда нам идти? Обратно. Не, иду туда. Второй сын. Ага, это прикольно. Разрисованы они. Рога, клоун, мышь. Это осьминог, это хрюндель. А сам кто он? Он дьявол, тебе понятно. Понятненько. Вивира они куда тут поставляют. Вивиру смерть. Сюда отправимся. Отсюда, наверное, быстро можно переместиться. Подойди-ка. О-о-о, вы что, издеваетесь? Да. Сейчас мы. О, так быстрее будет. Грузовик. Да мне не нужен грузовик. Мне нужна машина. Транспорт скоро будет. Чё встал-то? Езжай. Замке зажигания. Нелегко на дороге. Танки, классно. Здорово. Мне пофигу. Каша же все. Не зря поставил впереди такой бампер. Машина стала просто неубиваемая. Погоди.
Карлос, автозак у меня. Круто. Буду ждать тебя на заправке. Скоро буду. В милях скорость. То есть вы хотите сказать, что на нее 80 км в час? Карлос, я почти на месте. Отлично. Загоняй автозак в гараж. Хорошо. Где гараж-то? Круто. О-о-о! У нас тут мастер маскировки. Заткнись и садись уже. Окей. Дети в нее ходили. Долго тебя там держали? 8 месяцев, может больше. Когда ты по 18 часов в день вдыхаешь яд и огребаешь от охраны, память как-то сдает. Да, херово. Си, но со мной был Мигель. Мы помогали друг другу. Да, ты говорил, что он тебе как сын. Короче, у него никого не знаю. Я воспитал его как своего, учил боксу. До того, как нас схватили, он чуть не стал мистером Яра. Как ты сбежал? Камила пробралась туда как-то ночью, зарезала 3 охранников, словила 2 пули в плечо, взяла заложника и вытащила нас с Фили. О, да. Похоже на Испаду. А то, моя ж дочка. Но она не смогла найти Мигеля, а потом на нас насели. Пришлось бросить его, да и других ребят. Надеюсь, хоть что-то от него осталось. Почти на месте, так что тихо. Приехали. Карлос Монтер, что ты здесь делаешь? Где Мигель? Не знаю. Охранники отвели его куда-то в тюрьму. Ярда, ладно, пойдем. Я найду Мигеля. Попадешься, будешь с целой армией воевать. Все нормуль, папа. Как-нибудь справлюсь. Больная ты, мразь. Ладно, найдешь его, встретимся у заправки. Суэрта. Ну, спасибо за комплимент. Деппинга. Да я даже не знаю, как он выглядит. Вивиро — это кровь в жилах Яры, а Мадругата — ее сердце. Либертат медик хочет обескровить сердце. Мы должны защитить плантации табака. Капец, это похуй. Драгоценный запас PG-240. Террористы Монтера ничем не лучше Либертата. Если они добьются успеха, Яру ждет увядание. Всех пометил, нет? Будьте бдительны. Эти плантации — наше будущее. Ему показывают наглядно. Его кулаками или плечи перед офицером. Мне что нужно? Мне нужно по заданию. Ну я угнал. Кого-то сплодить, найти. Берем порох. Камеру надо убрать. Они получают лучшее питание и медикаменты. Готова камера. Эти лагеря тяжелое, но справедливое испытание. И те, кто пройдет его, станут гордиться тем, что сделали. Они обязаны вернуть нам долг, а мы обязаны быть им благодарными. Эта сигналка слишком крепкая. Он один, надеюсь, стоял.
Эсперанса, семья важнее всего. Вот сигнал сломать. Я следую по стопам отца, стараясь воплотить его мечту на свободной и могучей яре. Когда-нибудь, когда меня не станет, мой сын Диего пойдет по моим стопам. Ну, отключай. Ему всего 13, но я уже вижу его силу, ум и прозорливость. Диего будет беречь мои мечты и тот рай, что мы строим сегодня. Тут двое. Диего гостит. Мой сын. Нужно вырубить сигналку. Сын я. Наше будущее. Вас никто не услышит. Где тут? Убил. Готов. Камеру чуть не убивайте. Это рано. Надеюсь, он больше не появится нигде. Отбираем все, что есть тут. Так, эту камеру я снял. Так, это динамик просто был. Вот где-то камера. Пикает. А, сигналка. А, не одна. Скорее всего, здесь нет никого. Тюремный ключик. Что надо найти-то? Тут что ли что-то? Да не, не похож. Должен где-то здесь быть. А где? Плакат какой-то. Так-то лучше. Закрасил плакат зачем-то. Так. А, вон он что. Так тут открывают эти. Судя по всему, надписями. Тут больше, чем на втором этаже, если посмотреть, может открывается там что-то. Тут что-то похожее. Ну не то. Туалеты закрыты. Тут я обыскал. Тут ничего не... Или открывается? Не открывается. Вот похоже, что... Нет. Тоже нет. Где его должен найти-то, я чуть не пойму. Вот в этих, что ли, каких-то зданицах маленьких. Тут кто? Вот похоже. Continuar.
Ты кто? Ему, видать, нравится там находиться. Тут найди. Ну вот это он, по-моему, и был. Больше никого не наблюдаю тут. Остальное все тут закрыто. Ресурс подбираю пока что, какие есть. Ну чё? Надеюсь, ты, Мигель. Надо валить отсюда к херам. Веди. Ну, пошли. Карлос, я нашел Мигеля. Отлично, турист. А теперь выбирайтесь оттуда. Встретимся на заправке. Ясно. За мной идет? Впереди. На заправке. Понимаю, это тяжко, но придется довериться мне. Теперь все нормально. Пошли, чувак. Это семья. Как и во всякой семье, мы любим друг друга. Но это любовь не безусловно. В семье все должны быть честными друг с другом. Правдивыми. Должны удерживать. Ты за мной, чувак? Карлос сказал, что взял тебя к себе, научил боксировать, вся фигня. Я иду за тобой. Кто это там меня палит? Вертолет. Ну, говнюк такой. Не-не-не. Открой меня! Попи ты там сколько. Я уже понял. Ты сможешь спокойно летать над Ярой. Да вот она. Заныкай. Нужно валить отсюда. Бежим. Чувак, побежали. Достал меня уже. Ну уже, погнали! Да меня еще бьют, погнали. Эй, вот там! Какого хрена ты достаешь? Я пошел! Я отбываю! Да... Я чё не играю? Чинила, давайте. Чувак, побежали, ну их нафиг. Достали уже.
Смотри, гад какой. Да и отвалит от меня эти дископы уже полет. Ты живой, побежали. Он пана. Да отстань ты, без толстовый. А сэр, и многовато вопросов. Он один. Мы почти на месте. Чё он убивается-то? Ну иди сюда. Конью, патронов нет. Зашибись. Может, сюда придешь, а? Так, набрал я хлам, пришел наконец-то. Этот вертолет меня уже достал. А вот и наш мистер Яра. Давай, залезай. О, да, брат. Я знал, что ты приедешь. То есть в этой игре завязано все на оружие со звездочками. Ранги. Если ранг не соответствует, ты не убьешь, походу. А сэр, ну и видок у тебя. А я думал, вы тут сухпайки жрете. Козлина. Все, не пьешь? Молодец. А я пью. Игель. Ты прости, что я не вытащил тебя раньше. Я пытался. Я не забыл про тебя. Заткнись уже, Карлос. Мы все пытаемся выжить, Мерва. Хватит болтовни. Дайте мне грёбаную гитару. Молодец, турист. Когда увидел тебя впервые, думал, что распотрошу, но... Теперь ты Монтеро, Дани. Грасиас. Могу я теперь звать тебя папой? Заткнись и пей. Напился. Чувствуете? И чё? Эспия четвертого ранга я. Камера была, то есть.
подклинившая. Здесь новые участники. Вот наше основное задание. Пошли-ка. Кстати, я что-то могу построить, ведь, да? Рад тебя видеть, Даня. Давайте мы построим. Охотничья, казармы. Что они дают казармы? Так, только себе больше на раз к операциям. Снажение у вербовщика. Ну, вот это, наверное. Пусть ноутбуки будут. Ла Армерия. А, вот оно где. Так, куда там ходишь-то? Где мое задание? А, у тебя есть большие мечты? Нет, о, это других это... не держу. Мы ведь друзья, си? Да. Никаких обид? Я чуть не подорвал тебя, но это в прошлом. Нужно глядеть в будущее. И там я вижу военный грузовик. С особыми боеприпасами, особым оружием и особым соусом. И он позарез нужен Филе. Я люблю строить планы. Сейчас вот планирую усилить огневую мощь Монтера, си? Грузовик — это первый шаг. Его нагружают в Марине Окасу. Пригони грузовик в целости. Он мне прямо страшно необходим. Начинается. Пригони грузовик. Суэте. Пойди туда, принеси даже фигни. Что это тут вот? Грязная карточка с рецептом. Или чё? Ну давай возьмем. Спасибо, брать не буду. Я по собачьей не бум-бум. Так. Чё? Ты всегда хочешь есть, да? Может принести тебе что-нибудь вкусненькое, и мы подружимся? А чё он должен принести вкусненькое? Положить мясо. Тише, Перито. В этот раз я ничего не забуду. Вкусненько ему что-нибудь. А ну не. Итак, куда же нам нужно по заданию? Вот это задание наше как раз-таки. Грузовичок нужно угнать. Погнали. Тачку сейчас вызовем свою и угоним мы грузовичок. Погнали. Ну вылази, давай, вот чё сигналишь. Вот твой транспорт. Поцарапал не я. Благодарю. Я, наверное, в прошлый раз на ней катался, поцарапал, дружище. Рэпчик. Прикольно. Рулю под ночку. И все. Это было легко. С таким-то бампером. То есть я оказался рядом с метеостанцией. Ну я подумаю, туда съесть, не съездить. Эй, Клара, не знаешь, с чего бы военным вдруг занимать старую метеостанцию? Ты на западе, так? Я сама насчет этого места голову ломаю. Попробуй найти там компьютер. Они наверняка хранят на нем записи. Обязательно поищу. Поищу, но не сейчас. А там никого нету. Это пушка была просто. Погоди, а по заданию-то куда нам? А, не туда. Так нам сюда. Кузанчик там он.
Стоить урон. Стоил. Прекрати стрелять в меня. Всего лишь, то есть, а для того, чтобы купить там улучшение, там нужно потребуется 100, а потом, я думаю, 200 300. Фили, я уже у Марины. Отлично, только будь поосторожнее с деткой. С кем? С грузовиком, не повреди его. Поди так, будто сзади сидит большой малыш Филли. Большой малыш Филли? Угу. Слушай, малыш Филли сейчас заплачет. Смотри, не раздолбай грузовик, ладно? Снайпер. Ну, конечно же, снайпер, а кто еще? Готов, снайпер ваш. Далековат, не достану. А вот там банкрот есть. Грузовик там, где и сказал Филли. Там, где дежурный офицер. Что это было? Черт! Псих. Ты охренела, что ли, так стрелять по мне? Что ты сбегала, собачка? Все? По-моему, все. А тут крокодил у них. Да, мне не нужен. Так, грузовик я, получается, захватил. Больше у них тут ничего нету. Интересного. Чё тут? Металлолом. Больше люблю собак. Как и чоризо. Ой, блин. Наехал. Ола, это Ями? Твой номер был на плакате как... О, если тебе нравятся гонки, то ты по адресу. Мы гоняем как по станциям. На каждой трассе нужно как можно быстрее проехать через контрольные точки. Ну что? Ладно, попробую. Отлично, у тебя дух настоящего гонщика. Суэрте! Понятно, а куда нам ехать-то вообще? С этим грузовиком-то? А? Обратно? Занятие неподалеку. Грузовик слишком плавно, кстати, поворачивает, а лошадь резко поворачивается, что странно немножко. Вписался. Yeah.
Так, здесь прямо. Да что-то занятий тут слишком много. На дорогу, конечно, придумали ехать. Куда? Куда? Так, принял грузовик. Серкула, Серкула! Наш герой! Герою нужно выпить. Пинга! Что тут происходит? Магия Фили, детка. Мерда, это все ради пенопласта? Нет, 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 нет. Ради золота. Хрен достанешь, и горит здорово. Всему можно подарить новую жизнь. Даже тебе. Пенопласт хоть притаранил. У кого он задание теперь? У него же еще. О, не. Небо. У Карлоса задание, кстати. Сколько раз мы должны их выручать, папа? Когда это кончится? Камила, они наша семья. Нам нельзя так рисковать. Так, это не твой лагерь, и не ты отдаешь приказы. Что случилось? Нашего Хосе. Их казнят в Вердере, на площади. Сами виноваты, что попались. Нет. Это ты виновата. Сколько раз я говорил тебе, что мы должны учить их быть повстанцами, но ты никогда не слушала. Верь в других, и поверят в тебя. Как хотите. И что? Значит, просто бросим их? Мерда, я знаю, каково это. Значит так. Нас пятеро. Идем, вытаскиваем наших врагов, убиваем. Хосе будут беречь военные. Нужно ими заняться. Ну, там есть колокольня. И если залезть, будет видно все. Перед казнью будешь в башне. Никто не должен видеть, как ты в нее заходишь. Есть кое-что для тебя. Винтовка Фили с оптическим прицелом. Я ее спрячу. Мигель, я и Камила на площади. Филли у радиовышки. И без мобил. Монтерус Астельфиналь, Камила. Ладно, ладно. Операция «Закат». Никто не должен отвлекать тебя от нашего дела. Я к этому веду. Конь. Я хотел... Чё такое? Ну, F. Карлос, я у церкви. Эй, это Мигель. Мигель? А где Карлос? Он занят. Сможешь забраться на колокольню? Думаю, да. Хорошо. Я оставил тебе там винтовку. Смотри, чтобы тебя не засекли. Ладно. Суэрте, друг. Не засекли, туда спрячем оружие. Здорово. Тут нужна осторожность. Не спрячешься. Что такое? Еще гран-при. Всех прийти и понаблюдать за ним.
Ты откуда взялся-то? Вообще в ногу пришел, вплотную стрелять. Еще охреневшие просто звери. А вот и ты! Подбегает вплотную и стреляет. Вообще, блин. Ну чё, борзые такие? Нашел какой-то автоматик тут. Так, ну вроде туда иду, да? Закрыто, пока молчит колокол. Ну, о, залез. Сейчас нам снайперчику дадут, я чую, да? Таким, как они, нет места в нашем районе! Ой, Алехандро. Кохоне. Они примут смерть от мощи Яры. Их повесят прямо на стволе этого танка. Чё там, он вроде с ним был, а теперь он решил его повесить нормально. Убиваю. Это была подстава. И свалил. А почему оружие заклинило-то, я чуть не понял. Он может умереть. Надо уходить. Эспада! Я возьму его. Прикрывай, окей? Дани, мы должны забрать его отсюда! Понесу! Они все прут и прут! Он должен был быть здесь! Прикрой, а? Звякну ему! Билли, ты где?
Мне не прожарче, чем у дьявола в заднице! Алехандро у нас! Он ранен! Ясно, встретимся у радиовышки! Ладно! Да из пистолета они как крысы бегают, не попадешь. Ни хрена еще не видно. Готов. Там сверху, по-моему, что-то. Куда идти-то? Что здесь за звуки? Где-то звенит наверху, что ли? Ладно, не спешите, она что бьет? Что, ресурс успеваю подбирать? Ресурсы. Давай, иди вперед, они будут тебя стрелять, ты неубиваемая. В чем дело? Ну, все, вставай. Этого бросил, поднял. Куда он его бросил-то? На бревна. Понятно. И здесь что-то звенит. Что звенит, я не понимаю. Что, все? Видимо, все, да. Валим отсюда скорее! Давай, ну уже! Поехали! Вперед, Филину! А вам пофиг вообще, я смотрю, да, чуваки? Кого там, чего там взорвало? Он погиб. Папа! Бинго! Получите! У нас гости! А куда? Сейчас я сдохну. Вижу врага. Не умирай, братик. Не умирай. Ты будешь отстреливаться-то? Чё ты тут? Не умирай, не умирай. Я чё один стреляю-то?
Да и вообще охренели. Получше будет. Вертолет еще один. Где ты? Следующий, давай. Из лагеря пришла подмога. Еще один валет. Это свой вроде. Твою мать, да никакого хера! Ты должен был прикрывать нас! Винтовку заклинило. Мигель дал мне сломанную пушку. Сука! Нельзя было доверять этой мрази. Они ждали нас. Походу, это была подстава. Минга! То есть Мигель винтовку сломанную дал. Ах, он гад. Предатель. Вот кто. А я-то думал, чё ж винтовка-то сломанная была. Прошу, живи, Ермолит. Далее, далее! Положим на стол. Он дышит, нет? Сердце не бьется. Держись. Филли, дай мне минуту! Что бы ты ни думала, это не я. Думаешь, это не твой брат? Мы же знаем, что он предатель. Что насчет Филли? Он ведь шарит во взрывчатке. Эспада! Ты спасла папу, но даже не подумала спасти меня. Бросила подыхать в этом сраном лагере. Филя, мы его теряем. Думаешь, твой папа страдал? Представь, что Хосе творит с людьми, когда у него есть время. Не подходи! Я мог бы сдать весь этот сраный лагерь, но не сдал! Чёртова Монтера. Нам всем конец, Камила. Кастильо победил. Это он предатель, вот он что. Зря его спасал только. Он дышит! Эспада! Не суетись, пойми, лев спокоен перед убийством. Си, папа. Угу. Стреляй! А! Чемпион, дядя! Уже слышал о нашей великой победе на Западе? Карлос Монтера мертв. Наш табак в безопасности. А его повстанцы бегут. Стреляй! Комемьерто, дай сюда! Бьен! Бьен! Диего, твой брат, ждет похвалы. Зная, что он задумал, сказал бы, что Монтеро живут среди фермеров. 200 лет как. Дядя, я хотел тебя удивить. Диего, сколько солдат твоего брата тоже там живут? 80%. Верно. И вот... мы видим, как мучеником стал самый знаменитый Монтеро. Посмотрим, сколько солдат захотят трудиться ради рая теперь. Парфавор, Эй, ты убил птицу Диего. Беги. Что? Беги. Ааа!
Сантиро. Все спокойно, операция завершена. Закат. Продолжим уже в следующей серии. На этом закончим. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока.